Во Владивостоке молодожены Первореченского района теперь будут регистрировать браки в обновленном ЗАГСе на Печорской, 8. Капитальный ремонт здания выполнен за счет выделенных средств из городского бюджета. Отремонтировали крыльцо, лестницы, на прилегающую территорию уложили брусчатку, а также установили пандусы и высадили кустарники. Отметим значимость выполненного ремонта, ведь в здании, в котором проводятся мероприятия, посвященные важным событиям в жизни каждого человека, должны быть созданы все необходимые условия для проведения торжественных регистраций. Смотрите, как стало удобно и красиво. Граждане, которые к нам приходят, все замечают этот момент и говорят, как у вас здорово стало. Все молодые пары очень довольны этому моменту. Спасибо большое нашей администрации города Владивостока. Комфортно и уютно должно быть как работникам отдела ЗАГС, так и гостям. В текущем году отремонтировали кровлю и в отделе ЗАГС номер 3 на улице Шкипера Гека, 15. Анна Дьякова, новости на 8.